Доброе утро всем! Ой. Приветики, приветики, приветики! И всем замечательного, хорошего, плодотворного, веселого, полон любви и надежды дня вам всем! Приветики! Я вышла из дома, пошла по работе. Мне тоже пожелайте удачи. И чтоб у всех сегодня было хороший, удачный, позитивный день. И у меня, и у вас. Доброе утро, Тристанна. Привет, 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 привет. Людочка, привет, я вижу тебя, Людоманку 777. Так, вы обрезали волосы? Да, я обрезала волосы. Я обрезала свои волосы. Удачи. Спасибо, мои хорошие. Спасибо, 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 спасибо за... То, что желаете мне удачного дня. Да, мне очень надо, чтобы сегодня был у меня удачный день. Вообще все дни, чтобы у меня были удачные, и у вас тоже. Так. О, вы подстриглись хорошо вам. Да, я подстриглась. И, в принципе, мне тоже нравится. Нет, вчера как-то в один момент в шоке была. Думаю, как же я могла это сделать? А потом, ладно, думаю, отрастут. Марина очень идет такая стрижка. Ну, слава богу, спасибо вам, девочки, спасибо. Потому что я вчера и Зорик говорила, я говорю, я похожа на твою горничную с этой стрижкой. Она так смеялась над этим. У нее горничная точно такая же стрижка. Так, 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 так. Вам очень красиво. Подходят волосы, не зубы, отрастут однозначно. Однозначно. Согласна с вами. Зато убрала всю грязную энергетику, которая налипала на меня за это все время. Ух, и отпустила, отпустила. А я это сделала своими руками. Говорят, если ты делаешь это своими руками, то ну, негатив уходит быстрее. Что же, господи. Так, 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 Мариночка. Красавица наша, привет, Биробиджан. Привет, Биробиджан, привет. Так, Биробиджан тут. Интересно, сколько стран? Вот мне очень интересно, мне надо посчитать, сколько стран на меня смотрит. Вот у меня очень много подписчиков с Израиля, там, с Германии. Даже с Люксембурга у меня есть Наташа очень даже такая. У меня не только подписчица, и у нас еще и денежно-деловые отношения с ней. Вот. Ой, какой крупными, какими крупными прям пошел дождь. Вот такими вот, как типа град. Я не успею, наверное, дойти до метро. Придется где-нибудь куда-нибудь зайти и посидеть, пересидеть. Марина, добрый день. А, Дубай. Круто, Елена, Дубай. Надо запомнить вас. Потому что я же бываю везде. Я же путешествую много. Молдова. Ура! Кишинев. О, с Кишиневым у меня очень хорошие друзья. Они живут в Лондоне. Людочка с ее доченькой, красавицей. Нет, но это нет, 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 я не пойду уже. Такой дождь начался.
что лучше я постою под где-нибудь вон там вот. Проведу лучший эфир. Какой кошмар! Просто проливной дождь начался, просто проливной. Слава Богу, что есть где посидеть. Слава Богу. Посмотрите, что происходит. Ну ладно, пересижу здесь. Я надеюсь, что быстро закончится. Не в хорошее время я вышла из дома, конечно. Не ожидала даже, что это так будет. Вы на диете? Да, я на диете сейчас, да. Так, Китай не болеют? Нет, Китай не болеют. Марина, вы? Марина, вы постриглись? Как видите, девочки? Да. Постриглась. Решила постричься. В Китае до сих пор маска ходят, а наши одеть на недельку не могут. Мы говорят, что будем еще ходить очень долго в масках, не знаю, насколько это правда, но я очень-очень сильно надеялась на то, что у нас масочный режим и этикет закончится как минимум 15 июня, но говорят, что нет. Воронеж. Это негативную энергию смывает. Да. А вы пользуетесь в Китае традиционной медициной? Иглоукалывание иногда и массажи. Больше ничем не пользуюсь другими, потому что у них очень долгоиграющие таблетки. Они на натуральных травах, это понятное дело. Где мы выпиваем одну таблеточку, там китайских надо выпить 10 таблеток, чтобы подействовало. Добрый день, хорошего дня вам. Спасибо вам, отец Кирилл, вам также. Что с губами? Вот это вопрос большой. Не делала ничего, но так получилось. Видела бота, там рынок есть со всякими травмами и не только. Да, есть такие ринки, да. Когда презентация ВИН? Презентацию ВИН мы сделаем в июне, после 25 мая, любой день, выберем. Вот, когда уже все откроется от всех болезней. Губы подкачали. Ну, так получилось, что у меня эмигрировало филлеры с этих носогубных складок. Эмигрировали вниз, спустились они вот сюда вот. И они у меня дали такой эффект, типа, как будто я подкачала губы. К сожалению. Я вообще губы не качаю. Мне это вообще не идет. Это абсолютно не мое. Но получилось не в мою пользу. Видно, что не очень хорошие препараты наверняка мне ввели, но я понимаю, что наверняка за рекламу никто ничего хорошего не делает. Я уже сделала этот вывод. Буду делать все за деньги. Теперь я не буду ничего делать за рекламу.
когда маски. Я только что говорила об этом, не знаю. Марина, спасибо огромное, что не скрыли информацию про филлеров. Хоть знать теперь будем. Да, вот, оказывается, произошла эмиграция филлеров. Отсюда эмигрировали вот сюда вот. И у меня вот такой эффект. Поэтому с филлерами будьте очень осторожны. Очень осторожны. А губы можно обратно вернуть? Да, есть такой препарат. Господи, забыла, как называется. Вот надо их вколоть. И чтобы рассосался этот филлер. И губы вернутся обратно, да. Все пройдет, и губы будут как прежде, это мелочи. Ну, не скажите, это очень такой филлер, который не рассасывается. Это не гиалурон. Гиалуронка быстро рассасывается, а вот филлер нет. Она вот, как ком лежит у меня вот здесь какой-то вот это просто ужас. Придется вмешательство инъекционное, вколоть что-нибудь, чтобы они убрались вообще. Ненавижу эти губы уже. Спасибо, теперь я рада, что я хожу в маске. Проливной дождь и солнышко выглянуло. Хорошо, что я с вами пока болтала. Вот все-то дело рассосалось само. Одену сейчас опять свою масочку и побегу. Но я одела сегодня босоножки. Я очень боюсь, что у меня ножки сегодня будут. Прическа вам идет. Спасибо вам. Подождите, сейчас завяжу этот. Красотка, стрижка, класс. Спасибо, девочки, спасибо большое. Так. Я подозреваю, что у нас интернет очень плохой, потому что я не получаю никаких смс опять. Нету ничего. Сейчас немножко подожду. А, ну вот, видно, что очень плохая связь. Волосы сами вьются, да, у меня сами вьются волосы. Здравствуйте, привет, здрасте. Как настроение? Прекрасное настроение, прекрасно.
Видно и слышно хорошо. Куда направляетесь? По работе. Направляюсь по работе. Какие новости? Новостей никаких особо нет. Просто вышла с вами поздороваться, пожелать вам всем доброго утра. Вот и все. Китай не открыл границы. Я скажу вам так, что Китай будет последняя страна, которая откроет границы, я думаю. Я сейчас собиралась выехать в Корею. Я этого не сделала. Ну, тут в Вичате там распространили такую, информацию, что в Корее можно будет уже выезжать, что Корея открыл границы. Вот. А потом выяснилось, что Корея открыл границы только для китайских граждан. И если ты, во-первых, потому что, оказывается, Россия закрыла им границу, и они тоже, соответственно, россиянам закрыли границу. Когда это снимется, никто не знает. Вот. И также сейчас Гонконг открывает. Гонконг, Макао открывают границы, но туристам это не, эта информация к туристам не имеет никакого отношения. То есть к нам, которые живут за границей в Китае, да, китайцы могут передвигаться туда и обратно, вот мы нет, мы не сможем. Когда это распространится на нас, на иностранцев, я не знаю. В связи с этим, конечно, мне продлили здесь визу на 2 месяца. Они надеются, что за 2 месяца Макао и Гонконг начнут принимать также туристов тоже, которые живут в Азии. Если у тебя есть там тест на коронавирус, если у тебя есть все документы, что ты здесь жила и не выезжала никуда, то они должны рассмотреть. Вопрос с передвижением с туристами. Посмотрим, когда это случится и как. Ну вот на днях китайцы уже смогут ездить в Гонконг, в Макао и обратно. Вам идет стрижка, вы моложе, как девочка. Ой, спасибо вам большое. Да, мне тоже нравится. Я что-то смотрю на себя. Мне, во-первых, в голове легче стало. Встаю быстренько, раз-раз-раз, расчесалась и все. Ничего делать не надо. В общем, мне очень удобно. Как будто вот какую-то гору сняла с себя. Вот какое-то такое ощущение облегчения у меня после того, как состригла эти волосы. А, слетела резинка сухо. Ага. Ну да. Я-то сюда не вижу, потому что отсвечивает. И с горем пополам читаю ваши смс-ки, потому что все отсвечивает на меня. Так. Реально лучше. Лучше стрижка. Ну вот, спасибо вам. Спасибо. Ой-ой-ой-ой. Из-за того, что грязно на улице, на дорогах. Я... Блин, жалко. А торговля идет в Китае с другими странами? Я думаю, что да. Отправки уже везде налажены.
отправляем потихонечку. И крупных, и крупные отправки, и мелкие отправки. Все это возобновилось, слава богу. Все это уже работает. Так что everything will be okay. Тата идет на дом 2 или предложили? Да, предложили ей, но думаю, что она не пойдет. Все-таки я так думаю. Так. Марин, прическа огонь. Вау! Спасибо, девчонки. Никто еще не сказал, ни один человек мне не сказал, что плохо. Значит, ну правда хорошо. Да, хорошо, Марине, так. Яночка, привет. Good morning, my darling. Hope you are fine. Это я, Яня. А вы бы хотели на дом 2? Нет, конечно. Сложно. Там не просто. Там не просто. С другой стороны, есть свой плюс. Это Инстаграм, конечно. Раскручивание Инстаграма. Это огромный плюс там. Но морально тяжело, когда тебя. Когда вот каждый день ты подпоркой. Вот эта вот порка ежедневная, она, конечно, выматывает очень сильно. А на этом построено, как бы это интересно, на этом построено дом 2. Что вот тебя каждый день чехвостят. Вот. И я как-то никогда не заходила, не набирала себя в Гугле. Никогда. Ну, сейчас я делаю, мы с Зорой делаем резюме. Значит, и решила зайти в Google. Ну, Марина Тристановна, что-нибудь из телевидения, думаю, возьму еще вдобавок к резюме. Как я начала про себя читать, это просто, я чуть не обалдела. Там столько неправды. Там столько. Марина Тристановна Абрамсон, у нее что-то разнообразная жизнь. Типа она изменяла мужу. Да вообще, у меня муж изменил и ушел к другому человеку. А пишут про меня, что я изменяла мужу. Это просто вот у меня такое возникло. У меня огромное желание возникло. Все эти вот эти вот. Всех их подать в суд прям. Вот если они не предоставят доказательства всего того, что они пишут, эти. Уроды просто, уроды. Я просто столько много нового о себе узнала, чего я вообще даже представить не могла. СМИ поработал, конечно. Оказывается, на уничтожение моей репутации конкретно. Сволочи просто вот, такие сволочи. Но ни одного из них я не оставлю просто так. Поэтому наступил такое время, я иногда сама распространяю нарезки из СМИ. И потом, сейчас мне пришло в голову, ни одного из них я распространять не буду. Когда я увидела про себя столько неправды, столько придуманной чужи, боже, господи, прости их, господи. Это ж просто, надо же такое. Как можно вообще так хоронить человека вот до такой степени, не зная, ну, лишь бы только привлечь к себе внимание,
Они, оказывается, писали все, что угодно, а я не следила за этим, я на это внимания не обращала. Я просто в шоке была, вот просто в шоке, когда это все увидела. Вот. И теперь я поняла, я всегда знала, в принципе, что телевидение, ну, вы и СМИ, и эти журналы, они врут. Просто пишут все для того, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы у них было много просмотров, чтобы их читали, это все понятно. Но, ну, не такой же грязной ценой, ну, в общем, грязно, грязно это. И теперь я очень боюсь распространять что-то с интернета, потому что это может быть реально неправдой. Настолько сейчас журналисты и все вот эти вот медиа, вся медиа построена на то, чтобы вот что-нибудь сказать грязнее, чтобы людей в этом заинтересовать, потому что людям нужна грязь. Людей питают грязью. И вот так вот они вынашивали эту политику уже 30 лет. Мне кажется, людей уже довели до такой точки, что им кроме грязи ничего не надо. Ничего их не интересует. Их надо всех нафиг закрывать, нафиг вот этих вот лже распространители. Лжераспространители. Дом 2 там цветочки. Дом 2 цветочки. Вообще цветочки. Он, кстати, самый натуральный из всех. Самый правдоподобный. Вот что ты есть, что ты есть. И тебя видят, и ты вот раскрываешься. Кстати, вот я посмотрела. Столько лжи. Столько, а вот на доме 2 действительно, ну, какой ты есть, такой ты есть, вот, крикуня, или еще что-то, или такой, или сякой. Очень хорошо видно тебя через экран. Никто ничего не придумывает, вот как есть, так и есть. Ну, спровоцируют там тебя на скандал, это единственное, что там провоцирует. И очень тяжело, когда тебя, вот это вот порка. Каждый день тебя воспитывает, каждый день что-то тебе доказывает, что ты какая-то не такая. Вот. А так, если бы вы углублялись в эти федеральные всякие каналы, это жуть какая-то. Это вранье. Эти журналы, вот эти вот всякие теле, которые пытаются вырваться и привлечь к себе внимание любой ценой, любую информацию, любого могут оклеветать. Ох, как надо фильтровать эту информацию сейчас, в нынешней, все, что мы читаем, это все настолько, вот я когда про себя прочитала, я уже все поняла, чем они занимаются. А если бы это была не я, я бы прочитала бы, я бы, наверное, поверила бы, что это правда. Это есть нехорошо. Ладно, мои хорошие, я уже выхожу, потому что я плохо. Вы постриглись, да, я постриглась. Я очень плохо вижу, читать не могу, себя не вижу и вас не вижу, кто вот тут у меня. Поэтому я выйду вечером, если будет желание, настроение хорошее, то выйду. Bye-bye, желаю всем хорошего дня.